тут можно надолго сесть. Всем привет, Паратунка 2020. Давненько мы не выходили на связь. Но... никуда не выезжали. С февраля месяца так получилось. Помимо этой пандемии, всякие дела навалились, делались. Единственное, что выехали на малолагерную. Побросать, половить каменушку. Ну, теперь открываем сезон по гольцу на нашей любимой реке Паратунке. А, хорошо, тут кто-то греб. Нет, глубоко. Ну, меньше кадров не по делу. Движемся к реке. Тут вообще отличная дорога. И то самое чувство, когда идешь по лесу и никого не видишь. Но это не значит, что за тобой никто не наблюдает. Небольшой городик. Друзья, знакомые повсюду, на реке и вне реки. Это я вот с машины вытащил катор, у меня валялся. Рафтомид. Комары заедают местные, конечно, капитально. Пойдем по классике. Один на блесну, один на поплавок. Мапса Аляска, розовая, не выйдет устоять. Ну что, понеслась? Вот она рыба. Присутствует. Деревце принесло. Да, что-то как-то грустно. Не клевает. Нету еще рыбы, видимо. Рано. Большого количества не зашло. Вот он, ребята, голец паратунский. Ну, наконец-то я уже начал беспокоиться и переживать. Вот как мне его теперь вывести? Вот это вопрос очень интересный с этой корягой. Вот он, красавец. Так, аккуратненько. Ну все, с почином меня. Отлично. Сезон Паратунка 2019-20, вернее. Что это я в прошлый год открыт? Красавец, голец. Замечательная пятница. Все, считаю, что пришли сюда абсолютно не зря. Одна рыба — это результат. Уже. Будем пробовать дальше. Чуть попозже попробую погонять тасмана. На него голец тоже часто соблазнялся.
А вот и сеточники. В открытую, в наглую. На Паратунке. Как обычно, все бесконтрольно, безнаказанно. Проверяющих органов на реке ноль. Ничего нового, все как всегда. Отчего все грустно становится на душе. Ну чё, кита есть? Кита зашла? Ну вот смотрите результат. Раз кита. Голец. Два кита. Голец. Вот и все. С одной ямы. Рановато. Так, вот он возле берега. У папы клюнул. Давай. Ну так. Это ж тот первый моряк. До сюда только поднимается. Он такой и должен быть. А все? Че, помогай? Вышел? Красавец. Вот и все. Вот исход на берегу. Все, реку размочили оба. Да. Он уже пузом блестит. Как так? Опа! В дерево вошел. Я бы сказал, среднячок для местного гольца. Даже меньше среднячка. Да, пока рыба штучна, только те, которые поднимаются. Ну вот, пока я шел за тасманом, чтобы сменить блесну, кто-то тут уже тягает. Что-то далеко вниз он пошел. И
И на сцену выходит голец. Хороший размер, да? Сейчас обратно уйдет. Ой, да тут он на одинарничке держался, на честном слове. Так, поменял блесну на тасманчика. Попробуем. Вот он. Засадил и я. Отлично. Опа, сход у меня. Ничего, у рыбы тоже должен быть шанс на жизнь. Ну. Хвостом вперед он не любит. Там перекрутилось. Во. Так отпустим, нести не надо бы. Отпустим, нести не надо бы. Все, кто выжил. Дождик закапал активно. Переносим вещи под деревья, чтобы не мокли. Пора собираться. Давление поменялось, совсем не клевает. Дождик так хорошо зарядил. Он салат только клюет. Вот так, начнешь собираться, рыба говорит: стой, стой, куда ты? Ну я надеюсь, вы сейчас в теплоте и комфорте, в сухости где-то находитесь и смотрите это видео. Нам, в принципе, тоже неплохо, по ощущениям. Главное, что мы на рыбалке, все остальное мелочи жизни. Да? Ушел. Все. Свободу попугаем. Ну вот, пока я чистил рыбу, у кого-то продолжает клевать. Да давай его сюда, что, низко пошел. Не уйдет. Десятый. Сегодняшний результат 10 штук. Открытие состоялось вполне успешно. 2 схода. Итого 12 подклевок. 10 удачно реализованных. Вы довольны? Ну конечно, довольны. Наконец-то выбрались спустя столько времени. Ну все, через несколько дней опять будем здесь. Рыба подтянется, рыбы будет больше. Результаты будут веселее. Всем пока!